Доброе утро. Good morning. Огромное спасибо всем, кто организовал конференцию. Греция и Россия всегда были и остаются хорошими друзьями. Из Греции в Россию пришли православие, алфавит и много греческих слов. В Греции любят русскую литературу, Достоевский, Гоголь, Толстой, Саламов, Солженицын, музыку из Вятых, Серафим Саровский, Звитая Матрона и Лука Симферопольский. Γεσόραγιας, αγρόμνα γες, πασίμπα. Hope that my English would be better than my Russian. Я надеюсь, что мой английский будет лучше, чем русский. Итак, я из Греции, я представляю университет ПАТР. Я очень рад здесь быть. Я хотел поблагодарить Ларису и Наталью Рязову за то, что помогли мне быть на этой конференции. Я очень горд за греческий язык, но это не только потому, что я происхожу из Греции, но я произношу много слов из своего языка на английском языке. Я понимаю, что такое педагог или что такое педагогический. Я видел название факультета здесь. Я хотел бы спросить вас, подумать, что вы думаете, что такое педагогика? Я хотел бы думать об одной вещи. Что касается языка, педагогика, это некоторая связь. Это связь игры, это игра. Вот на греческом языке «пезопеди» – это означает игра. Игра здесь центральное и ключевое понятие. Но какой заряд она в себе несет? Положительный или отрицательный? Какая связь есть между игрой и обучением? В Греции мы понимаем «играйте в театр». Это понятие было разработано в Греции, так же, как и демократия. Я считаю, что когда мы играем, мы должны быть счастливы. И я надеюсь, вы согласитесь со мной. Действительно, очень тяжело объяснять, что это за слово. Сейчас наш мир сильно меняется. Я происхожу из места, где происходит огромное количество политических ситуаций. Также есть война в Сирии сейчас. В мою страну приехали 6300 эмигрантов где-то. И, конечно, они меняют наш образ действия, наше поведение. Это наши соседи. Но мы знаем сирийцев. Но нам необходимо задуматься о следующем. Что касается других европейских стран,
как они реагируют на это, на эту тему, на это новое явление. Необходимо задуматься о честности, о справедливости. Много конвенций существует в мире, но когда мы встречаемся с реальностью, мы действительно недалеки от места, от времени, когда только что закончилась Вторая мировая война, годовщину которой недавно отмечали здесь. Это следующий камень этой мозаики. Это огромные, огромные города в Азии, которые сейчас существуют, и в других частях света. Мы видим неравенство, огромная пропасть между людьми по социальному признаку. Работают ли наши понятия и наши конвенции в мире? А также, какова ситуация в дошкольных и в школах? Дошкольных учреждениях и школах. Какое же все-таки, что происходит в нашем мире? Я не собираюсь здесь все читать. Я думаю, мы поняли с вами главное. Платон, который был первым философом, он написал книгу по поводу того, как государство должно реагировать и какой приоритет иметь. И что наряду с образованием должно быть? Это должно быть гражданство. Необходимо для будущих граждан этого государства обеспечить образование. И только в этом плане, только в этом плане он станет настоящим гражданином. Что такое быть образованным? Это означает задавать вопросы, быть объективным. Демократия – это не только вопрос голосований. А как необходимо обращаться с силой в условиях демократии? Это не только люди. Это люди, которые просто представляют систему. Это вопрос также наших ценностей. Образование наших детей. Много лет назад стандарт образования и право на образование было закреплено в межгосударственных соглашениях, международных организациях. Была подписана мировая декларация ЮНЕСКО «Обеспечение образования и доступности для всех». Это было в 1990 году, в 2005 году была сделана поправка на дошкольное образование, и оно должно было составлять как минимум один год. У нас есть определенные цели развития. На тот момент это был документ, когда не было упомянуто дошкольное образование. По всему миру ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие организации вложили огромное количество усилий для того, чтобы каждого ребенка была возможность получить образование на самом высоком уровне. Это важный камень преткновения. В 2010 году я был здесь, в Москве, и это было принято, что страны в 21 веке должны различаться не размером, не состоянием, а вопросами социального развития. Образование – это первый шаг на пути построения благосостояния наций. Я не хочу говорить о капитале, инвестициях и благосостоянии. Только люди во власти могут иметь такие вещи просто. Я думаю, мы можем использовать такую метафору. Я думаю, что это все-таки не первый приоритет. Первый приоритет должен быть право каждого ребенка, всех в мире иметь возможность к наилучшему образованию.
во всех частях мира. В 2015 году был принят, была принята концепция устойчивого развития. Было много споров по поводу этого, по поводу образования, как каждый может принять участие для того, чтобы внести свой вклад в развитие, образование и улучшение жизни. И это, конечно, опять же, было обращение к людям, у которых есть власть. В нашей истории мы довольно сильно счастливы и рады иметь новую вот эту концепцию устойчивого развития. Есть определенная цель. Мы говорим о качественном образовании, о хороших знаниях. У нас есть поправка. Пункт 4.2. Таргетированное образование. К 2030 году каждая мальчик и девочка имеет возможность качественного образования, дошкольного образования, развития, воспитания и подготовка для начальной школы. Мы готовы для первой части, выполнения первой части этой поправки. Мы рады, что у всех мальчиков и девочек имеет возможность доступа к качественному дошкольному образованию и развитию. Но что касается второй части, как определяется готовность к начальной школе? Пока что нет четкого определения. Мы все-таки поднимаем этот вопрос по поводу того, как эта цель будет определена в будущем. Есть много количества опций, много направлений, некоторые из них благосклонны, так сказать, к детям, некоторые недостаточно проработаны. Необходимо прорабатывать, как наше правительство, как работают наши социальные сети, для того, чтобы все могли внести свой вклад в развитие и подготовку ребенка к начальной школе. Необходимо как бы иметь некоторые критерии измерения этого индекса. Необходимо проводить тестирование, необходимо работать с новым подходом. Мы не только должны ставить цели, но и необходимо достигать и обсуждать на общественных началах все эти инициативы. В Южной Корее была принята концепция образования 2030, и риторика была очень широкой. Эта концепция была сделана ввиду гуманистических взглядов на образование и развитие, основанное на человеческих правах, достоинстве, социальной справедливости, включая защиту культурную, лингвистическую, этническую разнообразие, а также разделенную ответственность и все другие виды ответственности. Мы хотим, чтобы образование вносило вклад в общее будущее, фундаментальные человеческие права, а также стало гарантией реализации других прав. И необходимо следить, как будет практиковаться эта система готовности. И вот эта декларация очень важна. Это не только о образовании, но и о правах человека, о социальных благосостоянии и другом. А также есть здесь важные слова, которые заставляют нас немножко беспокоиться. Прямое тестирование, результаты квалификации школы, стандарты, частный сектор. Существует очень много различных диалогов, в которых нужно участвовать.
И мы также разработали систему взаимодействия, и я думаю, что мы делаем это также вместе с организацией, которая занимается борьбой за качество дошкольного образования, национальной организацией, для того, чтобы каким-то образом достигнуть наилучших результатов, прийти к общему знаменателю. И есть универсальные критерии, это по ЕС, пока нет сейчас времени на этом останавливаться. Существуют разные, я думаю, что виды здесь стандартов, мы можем это позже обсудить. Спасибо за внимание.